В Петербурге готовятся к запуску книжных аллей. Организаторы обещают, в этом году проект станет доступнее для жителей отдаленных районов города. В прошлом году такая площадка впервые появилась у Михайловского замка. В этот раз она переедет на Малую Конюшенную улицу. Мы будем привязываться к мероприятиям, которые проводят в районах. Ярмарки, встречи, празднования какие-то. И будем приезжать со своими книгами для того, чтобы тоже дать возможность доступные книги приобрести. Первые книжные аллеи у инженерного замка за 2,5 месяца посетили почти 300 тысяч человек. В этом году число киосков вырастет в 1,5 раза. Кроме того, у нынешних аллей есть тема «Год кино в России». Пространство будет работать с 14 мая по 17 сентября.